Страстная неделя традиционно считается временем для благотворительности и совершения добрых дел. В муниципалитете было положено начало для ежегодной акции вручения освященных символов Пасхи для социальных организаций Ленинского округа. Добрые люди, благотворители, принесли куличи и Пасхи для людей, которые не могут прийти в храм с ограниченными возможностями. Мы их будем освящать, а затем уже передадим всем людям, которые не могут прийти в храм в эти дни. И таким образом мы их поддержим, и они получат утешение. Традиции совершения добрых дел на Пасху в Ленинском округе больше 5 лет. Инициатором стал волонтер Андрей Макалкин. Своими усилиями он закупает пасхальные угощения, привозит в храм на освящение, а позже передает нуждающимся. В добром деле его поддерживает семья. Все покупаю, соответственно, потом прошу, чтобы яйца помогли покрасить, потому что их очень большое количество, все это делаем вручную. Со мной сейчас и дочка, и внучка, которые помогают. Также помогли сегодня освещать и красить яйца. В этом году Андрей закупил 200 куличей и 600 яиц, которые были отправлены в Совет ветеранов, Общество диабетиков, Общество слепых и в инклюзивный клуб «Дорога в жизнь». Мы очень рады, когда у нас появляются вот такие неравнодушные жители, которые действительно готовы безвозмездно оказать помощь вот самым-самым-самым. И вот это действительно дар, который получают наши граждане от таких обычных людей. И это здорово. После освящения пасхальные яйца и куличи были отвезены в Центр социального обслуживания «Домодедовский» и переданы общественным организациям. Благотворительность, она как-то, ну, поднимает что-то какое-то, что чувствует, что тебя что-то помнит, тебя же заботу какую-то проявляет. Что, ну, не все мы, вот как бы нас вот откинули бы уже это старшее поколение, а мы еще вот как-то, ну, нужно и помнят нас. Вот спасибо вам большое. Это очень радостное событие. Мы сегодня, вот вы знаете, настолько эмоционально все. В детство окунулись мы. Вот. Мне, например, я очень счастлива, что нам такое вот внимание выделяют. Благодаря неравнодушным жителям округа и волонтерам праздник Пасхи пришел в каждый дом. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.